Загадка трагической смерти голливудского символа Мерлин Монро даже спустя полвека способна взбудоражить весь мир новыми шокирующими подробностями. Итоги журналистского расследования репортеров Джей Марголес и Ричарда Брускина говорят о том, что кинозвезду устранили по требованию брата президента Джона Кеннеди Роберта. Легендарная блондинка была готова раскрыть информацию о своей связи с обоими братьями, чего в Белом доме допустить не могли. По свидетельствам соседей актрисы, после продолжительной ссоры с Бобби, его охранники скрутили Монро и сделали ей укол неизвестным препаратом, оказавшимся впоследствии смертельным. Соучастником называют и личного психоаналитика актрисы Ральфа Гринсона, который, чтобы скрыть следы убийства, предписал Монро принять огромную дозу хлоралгидрата.